Рада вас видеть на своем канале «Вкусно жить не забудешь». И сегодня будем готовить печеночный торт. Нам понадобится печенка, яйца, мука, соль, перец, лук, морковь. И для смазывания коржей домашний майонез, немного чеснока и зелень укропа. Для начала нужно измельчить печенку на мясорубке. Печень я перемолола, теперь добавляю сюда яйца, соль, молотый черный перец и хорошо перемешаю. Хорошо перемешав, посмотрите, какое получается тесто. Если оно слишком густое, можно добавить немного сметаны жидкой или немного молока. Теперь добавляем сюда муку и замешиваем тесто, как на блинчике. Теперь из готового теста будем жарить печеночные коржи. Наливаю немного масла. Выкладываем тесто на сковородку и разравниваем, делая тоненькие блинчики. Обжариваем с двух сторон до готовности. Пока обжариваются у нас печеночные блинчики, мы подготовим для них начинку. Обжарим лук и морковь до готовности. Вот, начинка готова, морковь мягкая, лук тоже мягкий, золотистый. Выключаем. Идем готовить заправку для блинчиков. Что нам нужно для заправки? Нам нужно домашний майонез, смешать с тертым чесноком, зеленью укропа, все это перемешать. Готовую смесь добавляем к обжаренным овощам, моркови и луку. Хорошо перемешиваем. И это будет наша начинка для печеночных блинчиков. Теперь осталось только соединить коржи между собой. Кто не любит майонез, можете использовать сметану. Вот такой получается печеночный тортик, он уже готов, но нужно ему дать время пропитаться. Попробуйте приготовить и вы, я думаю, у вас получится. Спасибо всем за внимание и пока-пока!
Вот такой в разрезе получается печеночный тортик. Красивый и аппетитный.